Будущие избиратели прошли краткий курс школы молодого политика. Правовой ликбез провели для когалымских старшеклассников и студентов политехнического колледжа. Данное мероприятие организовала молодежная палата при доме города Когалыма, и оно направлено с целью образования молодежи, повышения их политической культуры и грамотности правовой у будущих молодых избирателей. Чтобы знали о том, как голосовать, где и для чего, а главное, какими избирательными правами они наделены и как все устроено. О самом важном рассказала ребятам председатель территориальной избирательной комиссии. Мы голосуем за партию, и в зависимости от того, сколько голосов партия набрала, такое количество мандатов они получают в Государственной Думе. Те, кто слушал внимательно, смогли применить полученные знания на квесте, который прошел во второй части мероприятия. Задания как творческие, например, создать свой мир, так и из школьного курса обществознания. Расшифровать аббревиатуры, назвать лидеров российских политических партий. Легкими некоторые вопросы назвать нельзя. Но ребята работали в команде, а потому справились. Я пришла сюда, чтобы узнать много для себя нового, поучаствовать в этих конкурсах и вынести для себя уроки, которые я не получу на занятиях в школе, в колледже или же дома. Мне не будут рассказывать о таких вещах. Я считаю, что мне пригодится каждое знание, которое я получаю, каждые новости, это все мне в жизни пригодится. Это очень полезно для меня и для моих друзей, которые вместе со мной прошли. Участниками школы молодого политика стали 33 будущих избирателя. Организаторы отметили, что планируют проводить такие встречи ежегодно.